собираем кузов. И дальше у нас идет сборка карданного вала. Это детали номер 31 и 32. Находятся они на доске номер 1. И шайбы номер 33. Их у нас идет 4 штуки. Очень аккуратно надо доставать эти детали. Возможно, даже лучше срезать все перемычки ножом, потому что детальки тоненькие, чтобы они не сломались. И блок с 33 деталями. Можно немножко прибрать. Обратите внимание, что деталь 31 несимметричная. С одной стороны она имеет маленький шип, с другой стороны большой. Вот. Сверху устанавливаются детали 32. И фиксируем шайбами под номером 33. Для того, чтобы шайба хорошо одевалась, я рекомендую смазать края деталей. И первую шайбочку мы одеваем до упора, а с обратной стороны вторую. Не переживайте, если у вас не получилось сразу выровнять детальки. Сейчас этими двумя шайбами они выровняются. Если вам мешают заусенцы, можно их немножко зачистить, и деталь проще оденется. Теперь с двух сторон надавливая, мы можем выровнять. И по краям одеваем еще две детали под номером 33. Тоже можно смазать концы. Готово. Теперь располагаем деталь таким образом, чтобы с левой стороны был более короткий шип, а с правой более длинный. И на более длинный шип одеваем деталь под номером 34. Она находится на второй доске. Вот она. Достаем ее. Можно достать весь блок. Здесь есть следующая деталь под номером 35 и 36, которые нам пригодятся. Деталь номер 34 одевается отверстиями для зубочисток вдоль шипа.
зачищаем ее и смазываем. Следующая у нас деталь номер 35. Если нужно, убираем заусенцы. И смазываем. Обращаем внимание, что нужно совместить отверстие под зубочистки и теперь нам понадобятся две зубочистки. Немножко зачищаем края, можно их смазать, чтобы они лучше поставились. Вот так получилось у нас. Теперь на шип вместе с двумя зубочистками по краям мы одеваем 37-е детальки. Вот они, их можно смазать, если нужно удалить заусенцы, а после нее уже детальки номер 37. Вот. Теперь правильно, и лишние зубочистки можно обрезать. Вот такая сборка у нас получается в итоге. Ровная плоскость. Дальше берем деталь номер 47. Это третья доска. Вот она. Обратите внимание, шип должен располагаться с правой стороны. И в него его нужно смазать, и в него продеваем кардан. Дальше нам понадобится шестереночка номер 38 и маленькая шайба с номером 15. Немножко зачистить ее, а шестеренку смазать. Одеваем. На шип. И фиксируем деталью номер 15. Готово. И получаем блок под названием V.